Это один. Они с тобой. У них все получилось снова. Они с тобой. У них все получилось снова. То, что они хотели, им удалось это сделать. Я это снова вижу. Я снова про это говорю. Как всегда, я один. Мне очень жаль. Они сейчас это делают с тобой. Я это представляю. Я это знаю. И так было тысячелетиями. Ты не одна такая девочка. Таких как ты было у них очень много. У них есть способности. Мне очень жаль, мне очень грустно. Когда я говорю про это, когда я вижу все это, когда я знаю это, тяжело об этом говорить. Потому что ты знаешь, что это правда, это реальность. Сейчас они тебя привели в это место, в этот дом. Они тебя увлекли, они смогли тебя обмануть, обольстить, увлечь, показать свою красоту, свои деньги, свою власть, все, что у них есть. Это их не оружие. Ихняя ложь, ихняя приманка, на что ты клюешь и попадаешь. Мне очень грустно об этом говорить, потому что я вижу, что они с тобой делают. Я слышу твой голос, слышу твои слезы. Я знаю, тебе больно. Но они в тебя уже впустили свой яд, змеиный яд. Он попал в твой разум, в твою кровь, в твое тело. Теперь ты сможешь освободиться, и мои слова тебе будут безразличны. Теперь ты будешь считать, что все такие же, как они, которые сделали это с тобой. Да, я знаю, насилие, жестокость в этом мире не прекращается каждую секунду. Тысячелетиями это происходило и происходит везде. Про это я и говорю сейчас. Эта тема про это. Мне жаль тебя, девочка. Я знаю, тебе сейчас очень больно. Сейчас они еще кого-то везут. Или уже сейчас это делают. Эти уроды. Они разного возраста. Есть и молодые, и подростки, и взрослые. Эти гады я их ненавижу. Эти лживые уроды. Они всегда врут. Каждое их слово – это ложь. Они лицемеры, они предпочтники. Они двухличные. Они говорят вам одно, а другим другое. Я их ненавижу. Их очень много в этой стране под названием Россия. Это один. Девочка, будь осторожна. Лучше не иди к ним. Лучше не разговаривай с ними. Это гады. Это хуже, чем вампиры. Они есть вампиры, реальные вампиры. Я не сумасшедший. Как вы думаете или смеетесь надо мной? Я же знаю, что вы гниды, вы уроды. Там в комментариях про меня гадости пишите. Но я один. Вы уроды все, понятно вам? Вы даже не понимаете, про что я говорю. Вы думаете, я ненормальный шизофреник? Посмотрим, кто еще из нас ненормальный. Вы манипулируете. Я знаю все, что вы делаете, все, что, чем вы занимаетесь, что внутри вас происходит. Поэтому я остаюсь один. И не хочу с вами связываться, контактировать. Я вам не верю. Обманщики, вы пользуетесь женскими телами, вы их обманываете. Но
еще добавить. Вы уже всех заразили вашей ложью, вашей подлостью, вашей грязью. Поэтому девочки уже имеют этот яд ваш в их крови. Он течет, бегает. И теперь они меня не слышат. Но я пытаюсь их вытащить из этого, из этой ямы, в которую вы их загнали. Я думаю, у меня получится. Возможно. Да, вы сейчас, в эту секунду, в это настоящее время, и в прошлом времени, и в настоящем, и в будущем, каждую секунду вы это делали, делаете. Вы их используете как, знаете, как игрушки. Вы же все уроды. Вы же все гады живы. Вы считаете себя настоящим? Да вы гады. Это один. Все, что я сказал, это чистая правда.